Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
Тарзана у вас нету? Опасности. 23 февраля 1918 года – это день наиболее упорных боев молодой Красной армии под Псковом, частью которой в то время являлся Иван Город. Бои с германскими оккупантами велись с 1 по 4 марта. В итоге планы кайзера рухнули. Национальная независимость России была сохранена. Именно первые добровольческие подразделения, прошедшие огненное крещение под Псковом и Нарвой, стали основой создаваемой Красной армии. Не случайно. Именно в Ивангороде, на стене музея крепости, установлена памятная доска во знаменование образования рабоче-крестьянской Красной армии. В эти дни мы отмечаем столетие Красной армии. В такие же далекие дни шло формирование Красной армии. Тогда, когда судьба государства была на грани. И немецкие войска вероломно нарушили перемирие и пошли по линии Нарвы и Пскова в сторону революционного Петрограда. А это значит, шел враг. Та армия, которая стояла в окопах, уже не могла оказать никакого сопротивления. Именно поэтому было принято решение о формировании Красной армии. И тогда же, вот на таких же призывных пунктах, шла запись добровольцев. И Красная армия, сформированная тут же, шла в бой. И на линии Нарва и Пскова было нанесено первое поражение немецким войскам. Это было 23 февраля. Как бы мы ни думали о будущем, мы всегда помним и знаем, что у российского государства два союзника. Это армия и флот от тайги до британских морей. Красная армия всех сильней!
хватит, проверь у меня. Для упора штыков, при ударе пехотной лопаты. Не плачу.
сегодня представляется выступление курсантов третьего курса материально-технического обеспечения имени генерала армии Крылева, город Санкт-Петербург. Курсанты, кратчайшие сроки, выполнят оригинальную операцию по разборке и сборке автомобиля. Кафедра, на которой курсанты получают профильные знания по таким дисциплинам, как конструкция, ремонт и эксплуатация автомобилей и тракторов. Это 13-я кафедра применения автомобильных подразделений Военного института инженерно-технического. Появление первых автомобильных команд, входивших в состав инженерных войск, относится к 1906 году. Именно они стали прообразом автомобильных войск Красной Армии. Да. За годы войны десятки тысяч воинов-автомобилистов были удостоены государственных наград СССР. Многие были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
забирайте назад. Shut up.
Граждане, записываемся в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Подходим, не стесняемся, записываемся. Да смотри, сидят. А может, хоть сапоги дадут? Пойдем запишемся. Или шинели новые, а то старые совсем износились. Первые добровольцы? Точно. А что тут здесь происходит? Глянем, вдруг покормят. Опубликован декрет Совета народных комиссаров о рабоче-крестьянской Красной Армии. Совет народных комиссаров постановил создать новую армию под названием Рабоче-крестьянская Красная Армия. Доступ в ряды армии открыт для всех граждан Советской Республики. В Красную Армию должен вступить каждый, кто готов отдать свои силы для защиты чести завоеваний Октябрьской революции. 23 февраля 1918 года опубликовано воззвание Совета народных комиссаров «Социалистическое Отечество в опасности». В Петрограде, в Москве, в крупных городах проходят митинги. Начались массовые записи добровольцев в отряды. Этот день стал днем рождения Красной Армии. Только пули свистят по степи. Добрый день. Здравствуй, жена Валя, мама, сын и дочь. Шлю я вам всем свой низкий сердечный поклон и желаю вам хорошей жизни. Валя, впервые я вам желаю сообщить о своей жизни и где я нахожусь сейчас. Валя, я вам писал 21 сентября, но надежды нет, что вы письмо получите. Ленинград окружен. Есть одна дорога на север. Может быть и дойдет. Валя, я на фронте с 10 сентября. Били так, что лежали не то живы, не то мертвые. Было нас 60 человек. Осталась только половина. И 10 лошадей убиты. Линия представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Звать меня Березин Анатолий Семенович, 1921 года рождения. Родом я из Кировской области, старший сержант. 6-го рабочего поселка, близ Синявинских болот, в феврале 43-го года. Как сейчас помню, вокзал, жена моя, родные меня провожают. А в душе гордость за то, что еду защищать свою страну и близких.
Нам сказали, что война будет скоротечна. Что мы глазом не успеем моргнуть, как окажемся дома, с победой. Как же мы ошибались. Кто же знал, что война будет столь долгой, а цена за победу будет столь высока. У меня тоже была семья, были родные. На фронт записался добровольцем. Попал в эту мясорубку. Страшно было, очень. Там познакомился с Березиным. И ложку свою тоже подписал. Носил за голенищем в сапоге. Погибли мы в одном бою. Так и остались лежать рядом. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их сохранилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый мир знает их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Вот глаза молодых солдат с фотографий увядшие глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть. Есть такая профессия — родину защищать. Нашей краснознаменной Красной Армии трикратное! Ура! 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 На соленую шмяк, как знамена, просто всем героически лет. Солнце с ранним боем озаренным, весной путь нашу песня воспеть. Несокрушимая и легендарная, твоя познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, чтоб наша родина песню пьет. Чтоб наша родина песню пьет. Легендарная, твоя познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, чтоб наша родина песню пьет. Чтоб наша родина песню пьет. Победи наша сила несметна, день стали, но бой нас ведет. Наша армия в битве смертна, как бессмертен советский народ. Тебя, любимая, родная армия, чтоб наша родина песню пьет. Чтоб наша родина песню пьет. Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата трупа. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба. Обыкновенная судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная. Готовы мы на ратный тропь, мы все испытаны.
одна семья, одна семья. Наш октябрь с нами в походном строю, с нами песни красных бойцов. Первый день войны и победный салют, и звон погибших колсов. Обыкновенная судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная, готовы мы на разный труд.